На Рублевке никому и в голову не придет сетовать на бас Большого Благовестника по утрам. В 9 часов уже все в Спасском храме, особенно если повод самый радостный – архипастырский визит управляющего Московской епархии митрополита Ювеналия, который не скрывает своей симпатии к Одинцовской земле и местам, связанным с именами святых представителей царского рода Романовых. За божественной литургией его высокопреосвященству сослужили благочинные и священники Одинцовского, Звенигородского, Истринского церковного округов. На богослужении присутствовал глава района Андрей Иванов и глава Барвихи Александр Ворожбит. Для прихожан приезд владыки всегда заряд на крепость. Митрополит Ювеналий – один из самых почитаемых современных пастырей. Побывать на возглавляемой им литургии, молиться вместе с ним – значит приобрести новый духовный опыт от того, кто стоял за возрождением Русской Православной Церкви, сделавшего многое для прославления новомучеников и возведения сотен церквей в Московской области. Получить благословение владыки – честь для прихожан, как и хиротония. В этот день совершено рукоположение во пресвитера Николая Резниченко и диаконская хиротония Сергия Золотова. Это особое таинство, не просто повышение по службе, по сути, обретение новой ипостаси. Обрядово же, избранная на священную степень, трижды обходит Святой Престол, трижды преклоняется на колени перед епископом, который произносит слова посвящения, затем возводимый в сан получает соответствующие священные одежды, в кое и облачается. 13 декабря – день особый, память апостола Андрея Первозванного. Поэтому после молитвенного прославления святого владыка Ювеналий поздравил всех, кого имя соединило с первым учеником Христа, напомнив, что в церковном предании подвиг святого Андрея и России навсегда вместе, и поэтому на носящих его имя особая духовная ответственность, особенно если она соединена с ответственностью власти, тем, что владыка назвал первозванностью. Святой помогает вам в вашей жизни, в ваших трудах, а особенно в делах для помощи людям, потому что от властей сейчас очень многое зависит. И пусть Господь укрепляет вас и в вере, и в благочестии, и в трудах. И храни вас, Господь, на многое и благое лето. Каждый раз, когда владыка приезжает, для нас это очередной импульс. Импульс на позитив, на созидание. Мы заряжаемся такой энергетикой, которая нам позволяет не отчаиваться, не обращать внимания на проблемы, которых много в нашей жизни, особенно у чиновников. И не обращая внимания на них, мы движемся вперед, мы работаем, мы стараемся сделать жизнь краше, лучше наших жителей. Конечно, к визиту митрополита готовятся. Ныне хоровая школа, существующая 5 лет на средства Георгиевского собора и обучающая бесплатно детей по программе музыкальной школы, показала свои достижения. Хор школы – постоянный участник и победитель различных конкурсов. Кроме классического начального музыкального образования, воспитанник обязан посещать уроки закона Божия и петь на клиросе. Но сегодня был представлен академический репертуар. В продолжение архипастырского визита владыка посетил занятия воспитанников воскресной школы, классы керамики, ИЗО, спортивные залы, давно не вмещающие всех желающих заниматься. Митрополит Ювеналий нередко приезжает в храм Одинцовского благочиния, отмечая своеобразное перевыполнение планов. В частности, в Усове при попечении Владимира Путина построен не просто храм, но силами прихожан. Просветительская работа ведется на таком высоком уровне, что перенимать опыт едут чуть не со всех концов земли. Это пример для других благочиний. У нас 49 благочиний в Московской области. И сказал, что должны пример брать вот из этого благочиния. Поэтому с радостью сегодня все это видел и призываю Божие благословение на труды отца Нестора и всех, кто с ним. Пастырский визит во время Филиппова поста – радость, дающая силы на дела и подвиги богоугодные, для очищения души и тела от греховного. Не это ли дает повод для духовного ликования в спасительные дни Рождества Христова? Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания «Одинцово».